А создатели «Игры престолов» вновь интригуют зрителей в ожидании нового сезона. Этот раз стало известно о возвращении забытых персонажей. Так, в сериях появится бастард Джендри, который исчез из повествования еще несколько сезонов назад. Чтобы спасти свою жизнь, он отплыл в сторону Королевской гавани, и с тех пор о его судьбе ничего и не было известно. Многие поклонники сериала считают, что его возвращение не случайно. Джендри может сыграть важную роль в развитии сюжета. Кроме того, в новый сезон вернется Джорах Мормонт. Его мать драконов отправила на поиски лекарства после того, как узнала, что у Мормонта каменная болезнь. Скорее всего, именно его лечению будет посвящена даже отдельная сюжетная линия. Ну что ж, посмотрим, ждем с нетерпением. Лично я очень жду.